В рамках цикла просветительских лекций Национального музея Тувы «Колесо знаний» прошла встреча с почетным гражданином Кызыла Иваном Хураган. Мастер спорта СССР по самбо, дзюдо и вольной борьбе, двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, судья международной категории, рассказал о роли семьи в патриотическом воспитании детей. По его словам, именно в семье зарождается чувство патриотизма. Ценности, заложенные в детстве, формируют гражданско-патриотические чувства. Также в своем выступлении Иван Хураган рассказал, что бороться и побеждать можно в любом возрасте. Нужно только искренне этого желать и усиленно тренироваться.